Никаких Луи, Гуччи, Бершки. Расскажи мне, что такое издержки. Выраженные в денежной форме затраты производителя на приобретение и использование факторов производства. Кайт! Лучше больше ты не мешкай, назови два вида издержек. Постоянные! Кайт! Переменные! Что ж, теперь твой выход, Белоснежка, расскажи все о постоянных издержках. С объемом производства никак не связаны, это доказано. Что у тебя на лице за насмешка? Приведи пример постоянных издержек. Плата за аренду и охрану помещения, амортизационные отчисления. Секунду, я попью. Плата за лицензию, оплата коммуналки, страховые взносы, проценты банку, издержки на рекламу товаров и услуг, оклад администрации, это все good? Ах, какой у тебя взгляд сияющий, увы, ты забыл про оклад управляющего. Теперь переходим к переменным издержкам, кто из вас вывезет эту тележку? У переменных издержек, чем больше объем производства, тем выше издержки. А теперь приведи мне пример. Все вперемешку. Работников сдельная зарплата за сырье и материал, плата приобретения моющих средств и продуктов, плата за транспортные услуги, плата за потребленную электроэнергию. Наконец-то, детишки, профессор доволен. Издержки у вас наконец-то усвоены. Не расслабляться, вот ваша домашка. Запомни мой трек, зачитай без бумажки.